Привет, друзья! Сегодня я хочу предложить вам очень классную идею для ужина. Это может быть как и какой-то ужин с друзьями, посиделки какие-то, так и просто на каждый день. Готовится все очень просто, список продуктов вы найдете в описании под видео, обязательно заглядывайте туда. А мы с вами приступаем. На растительном масле поджариваем слегка порезанный мелко лук. Целая луковица у меня ушла. И добавляем сюда морковь, хоть на крупную терку, хоть на терку по-корейски. Натираете, как вам хочется. Пассируем это несколько минут до размягчения моркови и добавляем сюда перекрученные томаты. У меня это в таком замороженном виде, можно использовать консервированные, либо просто свежие томаты. Доводим до закипания и добавляем сюда мясо. Мясо предварительно поджаренное, у меня мясо с куриных бедрышек, так оно получается мягче, чем куриное филе. И также добавляем сюда отварную до готовности фасоль, можно использовать консервированную. Солим, перчим по вкусу. Можно добавить немножечко воды и оставляем под крышкой это все тушиться минут на 20-40, чтобы мясо стало хорошо таким мягким-мягким. Затем крахмал развести с холодной водой хорошо и добавляем к этой массе. Все это беспрерывно перемешиваем до загустения соуса и до закипания. Получается очень красивый такой соус. Останется только сварить ваши любимые спагетти либо макарошки. Также можно использовать и какую-то кашку, это вообще не принципиально, на что вы будете выкладывать такое мясо с фасолью. Это получится в любом случае очень вкусно. Посмотрите, какой густой соус получается. Посыпаю еще сверху слегка зеленушкой и все, вуаля, готово. Обязательно пробуйте, это очень просто готовится и очень вкусно получается. Ставьте ваши пальчики вверх, а с вами, как всегда, был Кекс, друзья. До новых встреч, пока-пока!